В свое время я даже создал потрясающий инструмент, который перевернет планету. Ну, ты опять про прошлое. Давай ему свою задачу. Нет, это не про прошлое, это сейчас. Это моя жизнь сегодняшняя. Элементарные визуальные образы, из которых может состоять мировая библиотека, и из этих элементарных визуальных образов можно создавать все, что угодно. Любые чудеса. И, в общем, это гораздо в миллиарды раз круче, чем YouTube. Вот, вот чем я занимаюсь. Зачем ты это делаешь? А? Зачем ты это делаешь? Ты знаешь, вот был один пацан, которого мы все знаем, и, ну, культурные люди, колдыри, может быть, не знают, называли его Сократ. Ну, я слышал о таком пацане, да. Вот зачем он это все делал? Ты объясни. Чтобы его граждане, сограждане отравили. Вот он ходил и добивался. Ходил на базар, там, за ним бегала жена, вопила, дай хоть кусок хлеба, дома дети нищие, а ты по базарам шляешься и достаешь народ. Он доигрался до того, что народ собственный, афиняне, вот смотри, заставили его выпить яд. Тебе опять прошлое, теперь нет, уже так зачем он это? Ты задаешь вопрос, зачем это? Откуда я знаю? Мне это нравится. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».